Губернаторская программа «Мой подъезд» стартовала 2 года назад. Это государственная программа с софинансированием текущего ремонта подъездов многоквартирных домов. Причем какой ремонт необходим, управляющая компания обсуждает с жителями. Так можно выбрать, например, цветовую гамму и материалы. В подъездах дома по улице Энергетиков в лесном городке, кроме покраски стен, заменили плафоны, восстановили входную группу и поменяли гидроизоляцию кровельного покрытия на верхних этажах. Качество ремонта всех устроило, цветовую гамму и время проведения работы, объем работ, все было согласовано с жителями. Самой управляющей компании тоже программа нравится, потому что идет субсидирование из бюджета Московской области и Одинцовского округа, что значительно, конечно, им облегчает финансовую нагрузку при проведении ремонта.